Ой-ой-ой, сейчас будет шататься. Смотрите, какая красота. Как вы думаете, мы в какой-то экзотической стране? Нет, мы в Канаде. Всем привет, мы немножко умыли, только что закончили собираться. Забираем ребенка из садика и едем в Канаду. Да, сколько мы смотрели на Канаду с другого берега, и наконец, с получением грин-карт у нас появилась возможность туда поехать. В прошлом видео про нашу поездку во Францию я упоминала, что, имея американский паспорт, можно выезжать во множество стран. Так вот, имея грин-карту, в США можно безвизово выезжать в такие страны, как Канада и Мексика. Так как мы выехали в пятницу днем, то мы словили какое-то количество пробок по пути. Чтобы отдохнуть и поесть, мы заехали в городок, в котором мы уже были, Беллингхэм. Вы разминаетесь? На этот раз заранее погуглив, где хорошая еда. Прикольно. Можно самим поставить любую пластинку вот с этой полочки. Очень большую полочку. Ресторан называется Пельмени. На ближайшей сухопутной границе с Канадой ехать всего несколько часов. Конечно, есть и другие границы, и другие способы попасть в Канаду. В частности, один из вариантов, который мы рассматривали, это паром из города Порт-Анджелес в Викторию, а также вот такой быстроходный кораблик, который за примерно 4 часа довезет вас до Виктории. Правда, он не дешевый. В общем, для первого раза мы выбрали просто поездку на машине через ближайшую границу, в Ванкувер. Тем более, что у нас нашлась хорошая компания. Ничего не замечаешь? Километров в час. Проезд через границу из США в Канаду занял не так уж и много времени, всего минут 40. Вот обратно мы стояли в очереди 2.5 часа. Тем, кто часто ездит в Канаду, имеет смысл покупать Nexus, что позволяет проехать в отдельной линии, то есть, по сути, практически без очереди. British Columbia, Canada. Так, нас спросили много вопросов. Где вы живете? Собираетесь ли вы тут что-нибудь оставить? И попросили вас что-то привезти. Когда мы едем, что мы там собираемся делать, причем прям расспросили детали нашей программы. То есть мы сказали, что Ванкувер на 2 дня, и что там вроде как фейерверки какие-то будут в субботу. К слову, эта поездка у нас не то чтобы планировалась. Получилось так, что после того, как мы получили грин-карты, мы съездили еще в несколько поездок по местным островам. Потом мы с дочкой поехали в долгую и утомительную поездку в Санкт-Петербург. И всего через пару недель после этого поехали еще вот в Канаду. Поэтому к этому времени я была несколько уставшая. Даже я с любовью к путешествиям устала от путешествий. Вот здесь вот просто мне сидят все эти путешествия. Утром, не без помощи вот такой вкуснейшей булочки с изюмом, я все же подобрела. Вот так кондитерская называется. Бизу. И первым делом мы всей компанией отправились на Grouse Mountain. Зимой, как я понимаю, тут лыжный курорт. Ну а летом всякие развлекалово для детей. Ну и так, проверить свой страх высоты. Мне, в общем-то, и такого полета на гондоле было достаточно в качестве приключений на день. Но на горе были припасены еще сюрпризы. И для начала мы отправились в детский веревочный парк. Для взрослых тоже есть веревочный парк, а также зиплайны.
Мне очень понравилось местное шоу лесорубов, где была большая доля комедии, не буду спойлерить, и, конечно, впечатляющие навыки. Здесь же можно увидеть медведей-гризли и послушать интересные факты про птиц, например, ястребов и сов. Где-то посреди дня с подъемника мы еще слышали пение индейцев. В общем, интересностей хватает. И, конечно, подъемник – это отдельная песня. Когда пересекаешь границу с Канадой, сразу понятно, что ты уже не в США. И ура, метрическая система! Кроме всего прочего, сразу бросаются в глаза некоторые названия улиц. Например, King Street или Princess Park. Все это потому, что, как и в США, когда-то здесь были колонии. Но в отличие от США, Канада сейчас входит в Commonwealth. Это такое содружество нескольких государств во главе с британским монархом. Что интересно, здесь своя валюта, канадские доллары. И вот на монетках, кроме гуся, ну еще есть Елизавета II. Вот даже не знаю, наверное, через какое-то время они получат новые монетки уже с королем Чарльзом. Ну как Сиэтл. Машины, бомжи, грязненько, высотки, дорогие магазины, странные люди. Смотри, ты не впечатлился. Не впечатлился. Я это уже видел в Портленде, в Сан-Франциско, в Лос-Анджелесе. На удивление, Хьюстон не такой. Хьюстон гораздо чище. Ну, там политика партии другая. Хастингс-стрит, это все улицы. Улица, куда не надо заезжать. Улица, куда не надо заезжать. И там, кстати, вон полиция стоит. Боже, Хьюстон! Хьюстон, мною! Паровые часы – одна из самых известных достопримечательностей Ванкувера. Однако этот район не самый благополучный, и я бы не советовала там надолго парковаться и гулять пешком. Так что в этом плане Ванкувер примерно похож на Сиэтл. Но сами часы, да, классные, мне очень понравилось. Однако в чем большое различие, так это в еде. Это известный факт, что, например, ягоды в Канаде вкуснее, чем в США. Может быть, в них пихают меньше всякой химозы. Но также и другая еда, которую мы здесь пробовали. Ну да, конечно, мы подбирали рестораны заранее, но все равно было все очень вкусно. Я думала, он просто пирог. Просто пирог, а сверху еще пюрешка, гороховое пюре и подливка. Класс. Big Spice, Australian, это австралийские пироги. А у тебя что, Соня? Кто там? Показывай, что тебе дали. Дублоны золотые. Канадские доллары. Мы пришли в ресторан.
Смотрите, как классно. Тут прям грядки. Вот, мам. Вместо цветов вот в таких вот ящиках клубника растет. А вот там растут бобы. Такие красивые тарелочки. Смотрите, какая красота. Инстаграмное ризотто было. Вид из северного Ванкувера на Ванкувер. Эта поездка у нас была на уикенд, то есть пятница по воскресенье, и ночевали мы две ночи. Останавливались мы не в самом Ванкувере, а в северном Ванкувере. Это другой город, так как там намного дешевле. А еще тут ходит водный трамвай, автобус. Мы ждем фейерверки. Уже надоело нам ждать. Полтора часа где-то тут ходим, гуляем. Устали уже, но ждем. Это ракет, который сложил на фейерверк. Отличное описание. Все еще в Канаде. Где? Точно, правильно. Так, Антон, а ты как относительно местный житель можешь рассказать, почему в Канаде французский язык, но они в содружестве? А, ну потому что так появилось, Квебек французы открыли, а это British Columbia, и они в итоге объединились, и получилось у них как две комьюнити исторических. То есть Канада образована французами? Или не часть образована, Канады? Часть Канады. Квебек открыли французы. Весь Квебек, на самом деле, больше по-французски даже, чем по-английски. Вот. А здесь, наоборот, по-английски больше, чем по-французски. Но они когда объединились, у них случилось, что два государственных языка было. Okay. А еще здесь очень большая азиатская комьюнити, очень близко к Азии. И, вот, например, городок по направлению к Америке, Ричмонд называется. Я когда туда приехал, там сначала поставили китайские знаки, других не было. А потом уже начали говорить английский и французский, там прям азиатская комьюнити. Вот здесь вчера запускали фейерверки вот с этой баржи. Это Honda Celebration of Light, по-моему, называлась. Канадские гуси в Канаде. В общем, Ванкувер произвел очень хорошее впечатление, как в плане еды, так и в плане прогулок по набережным, например. Последний день мы ездили на лодочке до соседнего острова, где есть фермерский рынок. Так. Мы на Гренвилл Айленд. Соня взяла мороженое. Потому как прошла ножками очень-очень много, сама-сама заслужила. Да? Взяли клубнику. Вот это вот все всего $10 стоило. Чаудер. И вот такое еще вкусное. В итоге я считаю, что поездка в Ванкувер на выходные – это очень хорошая идея. Конечно, желательно подгадать так, чтобы не было особо пробок на границе. Может быть, даже уезжать в понедельник, а не в воскресенье, если есть возможность. Ну и мы в Ванкувере и окрестностях еще не все посмотрели, так что, может, как-нибудь вернемся. Хотя в следующий раз, скорее всего, поедем уже в Викторию. А сейчас всем пока!